вас приветствую. Сегодня мы проводим вторую встречу на базе ВУЦ. Сегодня 6 декабря, и это день святого великого благоверного князя Александра Невского. С чем я вас поздравляю. Это удивительно, что нам получается провести встречу именно в его день. Поэтому мы просим его покровительства. Посмотрим на его фигуру в истории, послушаем о нем историка, руководителя образовательных и просветительских программ Центра исторической перспективы Александра Азизовича Музафарова. Передаю ему слово. Спасибо большое. Добрый день. Итак, господа, сегодня мы с вами поговорим о святом благоверном князе Александре Ярославовиче, который наш учебник называется Александр Невский. Сразу скажу, при жизни его так не называли. Это прозвище ему дали историки где-то в 15-16 веках, когда уже описывали его историю. Вот тогда при жизни его звали просто Александр Ярославович. Ну и давайте немножко с ним познакомимся. Фигура эта хорошо известная, можно сказать, культовая в России. Вот лет 15 назад был такой конкурс «Имя России», и именем России по итогам колоссального там голосования стал именно Александр Невский. Символ, причем символ, который был символом и в Российской империи, и даже в Советском Союзе, и в современной России. Он остается таким вот, давайте попробуем понять почему. У старшего поколения образ Александра Невского сформировался под влиянием во многом советского фильма «Александр Невский», «Князь на лихом коне», «Громит немецких рыцарей». Поэтому обычно, когда там Александр Невский представляют себе лихого воина на коне и воюющего именно с немцами. Ну, для 20 века звучит актуально. Но в реальности значение князя Александра Ярославича гораздо больше, и давайте обратимся к истории. Не так много осталось живых свидетелей, материальных свидетелей жизни Александра Ярославича. Но нам повезло, если мы сядем на транспортное средство, автомобиль, автобус, и поедем к северу от Москвы по Ярославской дороге, то в городе Переславль-Залесске стоит Спасо-Преображенский собор, который построил прадедушка нашего героя, князь Юрий Владимирович, известный вашим учебникам как Юрий Долгорукий. И вот в этом соборе в мае 1220 года крестили Александра Ярославича. Он был сыном местного князя Ярослава Всеволодовича. В летописях нет точной даты его рождения, есть несколько версий, и вот наиболее вероятно считается 30 мая 1220 года. То есть Александр Ярославич родился в самом начале 13 века. Ну и как всякий человек, родившийся в ту эпоху, он был прежде всего представителем своего рода. Да, вот сейчас, когда мы общаемся с вами, живем в нашем обществе, у нас человек спрашивает, что кто ты такой? Вот до 18 века включительно на Руси подход был немного другой. Спрашивает, ты какого рода? Чей ты сын и откуда ты происходишь? И вот Александр Ярославич родился в роду потомков Рюрика, которые владели русской землей. Был он потомком Владимира Мономаха, соответственно, внуком Юрия правнуком Юрия Долгорукого и внуком великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, сыном его третьего сына, князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Тем самым ему была определена судьба. Дело в том, что средневековое общество, я напоминаю, это общество, которое жило по принципу «где родился, там и пригодился». Да, то есть хорошо родиться в княжеской семье, вроде большой теем, мамки-няньки заботятся, потом воспитывать начнут, но никем иным, кроме князем, воином, правителем, судьей, ты стать не можешь. Это твоя привилегия, но это твой долг. То же самое относилось к другим сословиям. Поэтому князю Александру Ярославовичу на роду было написано «править людьми». Скажем несколько слов о его отце. От Ярослава Всеволодовича у нас досталось одно замечательный артефакт – шлем, которым мы можем увидеть в Государственной оружейной палате. В 1219 году в
во время 1214, простите, году, во время страшной битвы под Липецами, князь Ярослав Всеволодович был разбит своими родственниками, братом Константином и тестем Мстиславом Удалым. Бежал князь с поля боя так, что до родного Переславля доскакал в одной сорочке, все остальное сбрасывал под орудие, чтобы быстрее удирать. В начале 19 века крестьянка Юрьев польского уезда пошла по грибы, наткнулась под куст, видит горшок, вроде блестит. Подняла, отнесла, так сказать, в родное село и за 20 копеек продала священнику. Батюшку почистил, видите, серебро блеснуло, икона, вроде шлем древнерусский. И отдал ярославскому чиновнику за 5 рублей. Чиновник почистил, послал в Петербург и получил от государя императора Александра Павловича Благословенного благодарность и 100 рублей наградных. А шлем только почистили, и теперь он хранится в Государственной оружейной палате. Почему мы считаем, что шлем именно Ярослава Всеволодовича? Шлем богатый, княжеский, видите, серебряные украшения ничего стоят. Да и вообще, сам стальной шлем заказать себе мог позволить только знатный человек. А иконы, набор икон очень интересный. Значит, над челом Михаил Архангел, а сверху Федор Стратилат. Ярослав Всеволодович у нас в крещении Федор. Какой князь по имени Федор был в этих краях? Вот Ярослав Всеволодович был, да еще и есть свидетели, записано, что доспехи он там свои терял. Ну, значит, скорее всего, так и нашли. А он был опытным воином. Не раз воевал и в княжеских усобицах, воевал с половцами, воевал и с немецкими рыцарями, был прагматичным политиком. Будучи третьим сыном, ему явно не светил Владимирский престол. И поэтому он участвует в большой междоусобной борьбе, пытается взять под контроль такие престолы, как Киев и Новгород. Женат он был на дочери замечательного князя Мстислава Мстиславовича Удатного, которого в наших учебниках часто пишут Мстислав Удалой. Замечательного воеводы, князь Торопецкого, князь Новгородского, князь Волынского. В общем, человек метался по всей Древней Руси, успел отметиться всюду. Замечательный полководец. Одно, правда, плохо, он нигде подолгу не засиживался. Вроде Ярослав Всеволодович, вернее, не вроде, а достоверно был женат на его дочери. Феодосии Мстиславовне, но есть, ну, когда тесть с зятем поругались, он дочь свою забрал. Ярослав Всеволодович потом женился еще раз. Вот историки гадают, чей сын был Александр Ярославович. Вот очень мало мы знаем, и чуть позже поймем, почему мы столь мало знаем о домонгольской Руси, и поэтому не можем предположить, все-таки таких важных крещений можно знать из какого рода. Но если Мстислав Удалой был его дедом, то это тоже был замечательный воин и полководец. Было у кого учиться. Александр Ярославович был вторым сыном Ярослава. Всеволодович, у него был старший брат Федор, а сам, так сказать, Ярослав Всеволодович был вот членом большого клана Владимирских Всеволодович. Вот что из себя представляла тогда русская земля. Сейчас где-то у нас включается указка. Вот Переславль, родовой город Александра Ярославича. Вот земля, принадлежавшая его клану. В русской земле тогда было 4 сильных княжества. Владимиро-Суздальское, Черниговское, Смоленское, Галицко-Волынское. Такие престолы, как Киев и Новгород, переходили из рук в руки. За контроль над ними князья бились. Это называется княжеские усобицы. Полоцкое княжество, пограничное, с западными землями постепенно херело, обмершалось, дробилось на мелкие уделы. Как видим, русская земля не была единой. 4 крупных князя вели борьбу за то, чтобы соединить ее под своим, естественно, руководством. Первым местом, где княжил Александр Ярославич, был Новгород. В борьбе владимирских князей с черниговскими за Новгород владимирцы взяли верх, и Ярослав Всеволодович сел на новгородский престол. Новгород был богатейшим городом России. Новгородские бояре посылали экспедиции на север. Давайте вернемся к карте и посмотрим, куда именно. Вот сюда. Здесь, в этих северных краях, они добывали главное богатство Новгорода. Нефть русского средневековья, меха. Для нас меха кажется предметом роскоши.
Да, современный человек редко покупает меховую одежду. Но я напомню, что еще 50 лет назад, до изобретения синтетики, мех был основой любой зимней одежды. Спросите ваших бабушек и дедушек, во что они одевали зимой. Понятно, кто-то одевал баранью полушубок, а кто-то бобровую шубу, да еще там с собольем воротником. Но без меха люди тогда не жили. Поставка мехов на Русь и Европу была наиболее выгодным товаром новгородской зимы. Новгород был очень богатым. Новгородские бояре в 12 веке добились большой независимости. Новгород был болен в князьях. Вот можете прочитать, что князь в Новгороде не имел той власти, как в других русских землях. Это не совсем так. Власть у князя была, но у новгородских бояр была возможность князя выгнать и позвать нового. Это было поле постоянных интриг, политической борьбы. У каждого крупного князя в Новгороде были свои сторонники и противники, которые могли забрать вещи, указать князю путь, а могли позвать на престол. Князья очень хотели править Новгороде, потому что это поднимало материальное благосостояние. И поэтому Александру впервые он оказался в Новгороде, когда ему было 7 лет. И здесь он княжил со своим старшим братом, под руководством, конечно, опытных отцовских бояр. И здесь его застанет событие рокового 1237 года. И 1237 год для князя Александра Ярославича будет, ну, предельно тяжелым. Начнется он с семейной трагедии. У Александра, как я жил, был старший брат Федор. Прекрасный юноша, ему 18 лет. Он собрался жениться, уже привезли невесту, уже сварили свадебный мед и пиво, уже все приготовили. И вот накануне свадьбы жених умирает. Он умер, он был похоронен в Новгороде, как раз в Софийском соборе. Невеста его постриглась в монахини, а Александр становится нежданно-негаданно новгородским князем. Причем, как подчеркивает летопись, брата он любил и горевал о нем сильно. Ну, действительно, отношения между братьями были хорошие. Но это было только начало. Осенью 1237 года на границе русских земель объявилась армия Монгольской империи во главе с внуком ее основателя Чингисхана Батум, Батыем в русских летописях. Это была, как написал летописец, настала болезнь христиана. Чингисхан был военным гением, сумев превратить кочевые племена в могучую военную организацию. Армия кочевников была организована по образцу регулярных войск. Она делилась на корпуса, руководили которыми опытные и выдвинувшиеся из рядовых бойцов воеводы, темники. Дисциплина в монгольской армии была железной. Она была связана с жесткой круговой порукой. За бегство с поля боя одного воина казнили весь десяток. Добычу делили поровну в соответствии с ясой Чингисхана. Законы были жестокими, но справедливыми. Ни один монгол не имел права есть в присутствии другого, не предложив пищу товарищу. Ни один монгол не мог бросить другого в степи. За это казнили. Опять, если десяток шел через степи, один не дошел, оставшиеся девятерых казнили за то, что бросили товарища. Порядки были суровые и жестокие. И вот эта армия отправилась завоевывать земли для своего хана. В 1237 году монголы уничтожили Волжскую Булгарию и появились на границах Руси. В феврале 1238 года пал Владимир, столица Владимирской земли. Надо отметить, что русские князья оказались не готовыми к столкновению с такой военной силой. Монголы были восприняты как обычные кочевники, поэтому князь Юрий Всеволодович или князь Владимирский сделал ставку на хорошо укрепленные русские города. Он уехал из своего стольного города, из Владимира, решив, что монголы обломают зубы его укрепления, а он соберет войско и с тылу как следует им даст. Все пошло не так. Монголы овладели ими в Китае осадные технологии. Они умели брать крепости. И надо отметить, что нашим предкам здесь не повезло в каком смысле? На протяжении больше чем 300 лет
Русь не сталкивалась с внешним противником, который владел осадными искусствами. Ни печенеги, ни половцы городов брать не умели. В лучшем случае, в худшем, простите, они могли их осадить. И ждать, пока кончится продовольствие или иссякнут запасы воды. Брать штурмом крайне редко. Брать с использованием осадной техники не умели. Монголы умели. И русские города не были приспособлены для обороны от людей, владеющих инженерной техникой. Поэтому Владимир пал и был сожжен. Князь Юрий Всеволодович погиб в битве на Сите. Вот это место, роковая река, находится в Заволжье, если от Угличи ехать к северу. Западу там течет река Сить, и где-то там было место роковой битвы. Где, неизвестно. Почти никто не остался из войска Юрия Всеволодовича. И в нескольких местах на Сите можно увидеть вот такие скромные памятники мужеству русских людей, павших в битве с суровыми завоевателями. Надо отметить следующее, что русские князья, столкнувшись с монголами, вели себя по-разному. Рязанские и Владимирские князья бились до последнего. Из них не было, никому не удалось победить монголов или отстоять какой-то из городов, но они честно полегли в сражении. Князья Южной Руси, напуганные их уроком, повели себя совсем по-другому. Князь Михаил Черниговский убежал. Убежал аж в Лион, это во Франции город. И там жаловался римскому папе и европейским королям, как плохо монголы ведут себя на Руси. Папа и короли сочувственно кивали и обещали морально помочь. Морально на это помогли. Вот. А князь Ярослав Всеволодович, в момент, когда, так сказать, Орда катилась по Руси, находился на юге. Он вернулся и оказался на пепелище. Только за одну зиму 1237-38 года Батыева армия сожгла на территории Владимирской Руси 37 городов. Иные из них так и не возродились. Археологи находят их городища. Это было страшное разорение. Удар монголов по Руси привел фактически к крушению древнерусской цивилизации. Летописец будет боязно восклицать: погибла красота наша, сгорели города, сгорели книги, были разорены школы и училища, они исчезли. Понимаете, Владимир как раз эпохи, незадолго до нашествия Батыя, по размеру был равен Парижу, у них примерно одинаковый периметр крепостных стен, то есть площадь города одинакова. Там жило 20 тысяч человек. Французский историк, описывающий Никол Париж, плачет крокодиловыми слезами, что, мол, от Парижа 13 века до нас дошло всего 800 письменных документов. Как же я реконструирую жизнь огромного города, если у меня всего 800 документов? У кого-то жемчуг мелок. У нас от всего Владимирского княжества, вы видели его размер на карте, 4 документа за весь 13 век. Вообще 4. Раз, два, три, четыре. Все. Поэтому мы и не знаем, кто был матерью Александра Невского, когда он точно родился. И многих других вещей по истории Древней Руси мы можем только реконструировать. Археология нам много может помочь. Да, археолог может рассказать, как был устроен дом Владимирского горожанина, а как управлялся этот город, где жил 20 тысяч человек, как решались его городские вопросы, как организовывался там банальный вывоз мусора из города, как это было устроено, ничего не известно. И вот причиной такого обрыва национальной памяти, конечно, вот это страшное Батыево разорение. Ярослав Всеволодович в 1238 году отправляется на поклон к Батыю, признает ему хозяином русской земли. Надо сказать, что для наших князей, вообще для истории России, 1237-38 годы — это годы самой страшной национальной катастрофы в истории. Это единственное внешнее нашествие, которое наша страна не смогла поразить. Не просто мы где-то проиграли сражение, кампанию, враги дошли до куда-то. Нет, враги пришли, прошли по всей русской земле и не ушли. То есть все, русская земля стала Ханова и Батыева. Ярослав Всеволодович был первым из наших князей, кто это понял, и поехал к хану на поклон. Надо было смирить княжескую гордость и налаживать отношения с новыми хозяевами Руси. Почему? Потому что Монгольская империя обладала не только механизмом захвата, но и механизмом переработки покоренных народов. Не истребление,
Монголы наводили террор, если надо, могли устроить локальный геноцид. Но хану были нужны подданные. Поэтому их надо было переработать. Вот были половцы, не стало половцев, стали южные татары. Были булгары, не стало булгар, стали русские татары. И так далее. То есть народ лежал переработки. А князь Александр Ярославич оказывается во главе Новгорода. И ему приходится решать уже новгородские дела. Первая профессия князя в те годы – воин. Без князя дружина не идет в бой. Помните, как в слове полку Игоря было сказано по-русски у дружинников? «Рыщут, яко волки в чистом поле, ища себе чести, а князю славы». Без князя дружина в бой не шла. В одной из летописей есть такая честная хромовая описка, значит, мол, побили дружину, оставленную прикрывать отступление войска. И летописец пишет, а что было ждать-то? Семи князей не было, а без князя дружина не бьется. Был бы хоть захудалый князь, дружина бы сражалась насмерть. И мы действительно знаем пример. Во время Батыева нашествия Козельск оборонялся 42 дня, и дружина поклялась, что мало наш князь, Козельскому князю было всего 6 лет, но мы ляжем за него, действительно легли. Монголы прозвали Козельск злым городом. Поэтому князь должен был быть воином. Это значит, он должен был пройти подготовку военную. И эта подготовка была подготовкой профессионального бойца. Поясню. Это эпоха холодного оружия. Любое оружие, как вы знаете, является лишь приложением к человеку. Ну, мне не надо вам объяснять сидящим в военной форме, что воюют не оружие, воюют люди. И самое совершенное оружие в руках идиота опасно для него самого, не для окружающих. Но с холодным оружием это тем более так, потому что меч в руках человека, который не умеет фехтовать, он бесполезен, хорошо, если сам не порежется. Вы просто представьте себе, что вам дали в руки меч, и против вас вышел мастер спорта по фехтованию. У вас есть шанс его коснуться хотя бы своим оружием? Да боюсь, что нет. Но учтите, что современный мастер спорта по фехтованию занимается упражнениями с оружием гораздо меньше, чем воин-профессионал той эпохи. Каждый день, с 3 лет, 3 года, мальчика сажали на коня, ему делали постриг, первая стрижка такая небольшая. И с тех пор его передавали специальному дядьке-кормильцу, который учил его владеть всеми видами доступного оружия. Каждый день 8-10 часов тренировок с оружием. Князь через это должен был пройти. В 1239 году в жизни Александра Ярославича было радостное событие. Он женился. Женился на дочери князя Бречеслава Полоцкого, которому только что помог отразить набег Литвы. Как раз в эту эпоху, когда, так сказать, монголы идут с востока, из болот, как писал летописец, вылезла Литва. Литовские племена обитали вот на этой территории, ну, собственно говоря, часть территории современной Литвы большая. И это были языческие балтские племена, которые в это время, в них начинается складываться процесс государственности. И литовские дружины начинают становиться такой грозой Балтийского региона. Литовцы нападают на своих соседей, к югу от них появляется Тевтонский орден. Они идут на восток, атакуют Полоцкое княжество. Они идут на север в земли ливонских рыцарей. И, кстати, не просто идут. В 1236 году в битве при Сайюлисе они так разгромили немецкий орден меченосцев, что орден на этом кончился. Пришлось создавать новый, ливонский. Что старый полег весь, кстати, полег вместе с псковским отрядом, кто его поддерживал. А вот теперь Литва устремляется сюда. И Александр Ярославич пытается Литву сдержать. Отсюда и династический союз с полоцким князем. Чтобы вы поняли, насколько это было опасно. В битве с литовцами погиб младший брат Александра Михаил Храбрит. Он княжил в Москве. А погиб он под Можайском. Вот здесь были литовские отряды, под Можайском. Здесь ему пришлось с ними воевать. Далеко ходить, что называется, не надо. Литва была здесь. Про литовский натиск обычно забывают, больше вспоминают про немцев, но это была тогда главная проблема. Вторая проблема была здесь, на северо-западе. Смотрите, что у нас здесь происходит. Вот эти земли долгое время были, что называется, пустыми. Жили там племена латгалов, куршей, эстов, ливов.
уграфинские балтские племена, которые жили на состоянии вождь. Там были вожди, но там не было никакой государственности. Они были язычниками, земли эти такие низенькие, болотистые, и никого особо не интересовали. Но в 1209 году в устье Двины возникает город Рига, который основывает немецкий епископ Альберт Бурсгёльден, родоначальник славного рода, потом, кстати, на русской службе будут его потом служить. Но в 1210 он основывает Ригу и зовет на помощь своих товарищей. Тут много язычников, их надо обратить в христианство, и вообще надо здесь утвердить нашу немецкую силу. Как раз в это время из Святой Земли выгнали Тевтонский орден. И тевтонские рыцари, а это немецкие рыцари, спросили римского папу, а куда им, собственно говоря, податься. Папа послал их в Прибалтику. Вот они высылись, такие белые, с черными плащами, с черными крестами на плащах. И вот здесь обосновался, собственно, Ливонский орден. Они сломили сопротивление латгалов и эстов. К северу вот здесь приплыли датчане и основали свою крепость. По-русски называлась Колымань, по-немецки Ревель, а по-эстонски Таллин, что означает датский замок в переводе. Да? И вот эти вот, здесь образуется у нас такая вот Ливонская федерация. Тут Ливонский орден, Рижское дерпское епископство, и оно оказывается соседями русских земель. И это были совсем не те соседи, что разрозненные племена эстов и латов. Да, и латгалов. Это был грозный противник, который умел строить крепости, перехватил у Новгорода торговые пути при Балтике, и более того, был не прочь продвинуться дальше на восток. В 1240 году рыцари двинулись к востоку и взяли Псков. Ну, как взяли? Не в смысле ворвались с мечами наголо. Все было еще хуже. После разгрома Батыем Центральной Руси, вы понимаете, какое впечатление произвело на даже не разоренный Батыем русских княжеств. Перестала осуществляться торговля в рамках Единой Руси. Оттуда с юга не приходят дружины князей помогать решать вопросы с воинственными соседями. Да и выжил ли там кто-нибудь на юге? Понимаете, телевизора, интернета нет, и узнать о том, что там произошло, можно только от беженцев, который рассказывал, что все сгорело. И может действительно оттуда, откуда они убежали, все и сгорело. И поэтому люди начинают думать. И псковские бояре думают, а может под немецкими рыцарями там попроще будет? Вон вояки какие лихие, с черными крестами. Вдобавок у Новгорода возникает проблема на северо-западе. Вот эти земли на севере были заселены финскими племенами Ень и Сумь. Сумь – это Суоми, современное название Финляндии на финском языке. Понимаете, к этим южно-финским племенам проявляли интерес как новгородцы, которые ходили, крестили их в православную веру и собирали дань мехами, так и шведы, которые приходили с запада, крестили их в католическую веру и тоже старались взять дань мехами. Начинается борьба за вот эти земли. И вот шведский талантливый полководец Ярл Бюргер Магнусон, а это национальный герой Швеции, это создатель шведской столицы Стокгольма, решает сделать, что называется, ход, даже не конем, ладьей. С конями тут плохо, в этих болотистых землях. Поэтому он решает основать в устье Жоры, неподалеку от устья Невы, крепость. Построить мощный замок и запереть новгородца, выход в Балтику, а заодно проход вот сюда. И вот шведы, изрядное войско, погрузив на корабли множество припасов, взяв с собой людей, приплыли в устье Жоры и начинают там строительство. Разбили лагерь воинский и взялись за мастерки и лопаты, давай быстренько закрепляться. Расчет шведов был на что? Новгород – это вечевой город. Пока бояре соберутся на вече, пока поговорят, пока обсудят, пока утвердят, пока соберут войско, крепость лишь уже будет наполовину готова. Пока дойдут, совсем будет готово, отобьемся. Шведы быстро умели строить. Но
на беду шведов в городе находился юный Александр Ярославич. Он взял малую дружину, свистнул удалых охотничьих людей новгородских и помчался быстро, как пишет летописец, к Неве. 15 июля 1240 года Александр уже с опушки леса наблюдал лагерь Ярла Бирлера. Шведы разбили лагерь и интенсивно занимались строительными работами. Шведов было много. Ну, по оценкам русских летописцев, до 2-3 тысяч. У Александра чуть больше тысячи человек. И Александр предпринимает дерзкую атаку. Утром на рассвете русские всадники налетают на шведский лагерь. Воины были вдохновлены. Накануне финский старейшина Пелгуси, державший руку Новгорода, сообщил, что видел ладью, в которой были два воина со венцами страстотерпцев на головах. Не иначе, как святые князья Борис и Глеб, предки Александра Ярославича, пришли на помощь своему сроднику. Атака русских была внезапной. Шведы попытались построиться, завязался бой. По преданию, Александр лично копьем возложишь печать на лицо шведского предводителя. То есть в лицо его поразил в конном поединке. Бирлер, кстати, выжил. Потом еще Стокгольм уснует, много интересного сделает. Да, с печатью все на лице, шрамы украшают войны. Вот. Значит, летопись довольно подробно отмечает и успехи русских воинов. Был боярин Гавриил Алексеевич, который прямо верхом на коне вскочил на шведскую ладью и рубил ее экипаж. Был некий Яша Палачанин, который подрубил столб в шатре, в каком-то огромном, шатер рухнул. Был некий Ратмир, который бился так, что хотя он погиб, его тоже отметили в летописи, тоже не рядовой поступок. Но главное, Александр очень грамотно спланировал битву. Атаковал, нанес большое поражение и отступил. Он понимал, если завязать долгий бой, шведов больше, они профессионалы, они придут в себя, их больше, они могут и победить. Поэтому он вовремя вышел из боя и отошел туда же. Шведы посчитали убитых, посчитали раненых и поняли, построить крепость им тут никто не даст. Погрузились в ладьи и уплыли. Все, устье Невы на ближайшие несколько веков оказалось удержано за Новгородом. Реакция новгородцев была, в общем-то, вполне себе логичной. Они изгнали Александра из города. Почему? Новгородские бояре боялись популярности князя. Они ведь понимали, что стоит князю снискать симпатии городского населения, так он тут утвердится, и вечно закончится, и вся эта боярская вольность тоже придет конец. Поэтому они его выгнали, пока не успел. А немецкие рыцари, как я уже сказал, присоединили к себе Псков. Дальше начали теснить Новгород, и новгородцы начинают звать князя обратно. Александр вернулся, и вернулся вместе с дружиной своего брата Андрея, и застал Новгород в состоянии борьбы с орденом. Значит, надо отметить, дать, скажем, два слова про немецких крестоносцев. Это тоже были нетривиальные ребята. Почему они сейчас имеют даже в современной Германии такой культовый статус? Дело в том, что Тевтонский орден состоял из представителей разных немецких земель. Если вы посмотрите на карту Германии того времени, вы узнаете, что там нет единой страны. Там более 150 разного рода княжеств, вольных городов, герцогств, епископств. Короче говоря, такая лоскутная мозаика. Немцы не были одной страной. Ну да, формально над ними над всеми был император Священной Римской империи германской нации, которого хорошо и сослушали в собственном дворе, а могли и не слушать. Всяко бывало. Значит, вот Тевтонский орден, это была общенемецкая организация. Там брали рыцари из всех немецких земель. Это было первое такое общенациональное немецкое объединение. Впоследствии из этого ордена вырастет прусское королевство, которое в 19 веке объединит Германию. Поэтому фигура основателя ордена, магистра Хертена фон Зальца, для немцев культовая, а черный тевтонский крест до сих пор красуется на немецкой бронетехнике.
кстати, помнят о братьях-рыцарях. Предки были вояки. Итак, Александр затевает войну с Урганом. Его задача отбить Псков, и это ему удается. Не все псковичи были, хотели жить под рыцарями. Нашлись, в общем-то, люди верные русскому слову. А главное, они увидели, что есть князь, который их не бросит, который будет их защищать, что Русь жива. Да? Дальше, значит, Александр решил спровоцировать рыцарей на крупное сражение. У него задача была следующая. Вообще-то обычно владимирские князья избегали открытого боя с рыцарями. Сильные ребята на конях, в доспехах, с такими биться испытывал судьбу лишний раз. Но Александр понимал одно. Если затянуть войну надолго, новгородцы опять выгонят, без него рыцари снова с Новгородом справятся. Их надо было разбить раз и надолго. И у него это получилось. Он совершает рейд на территорию ордена, после чего рыцари, свирепев, садятся на коней и отправляются большим войском просто вот бить. Сражение происходит 5 апреля 1242 года на Чудском озере. В 20 веке замечательный военный историк, генерал Георгий Караев, бывший офицер русской императорской армии, потом генерал советской армии, организует комплексную экспедицию, чтобы найти место ледового побоища. Привлечет водолазов флота, специалистов, гидрологов, археологов, даже туристов, которые будут проявлять водные пути. И в целом установит, где это могло быть. Итак, Александр Ярославич находит подходящее место, вот оно, на Узмене у Воронья камня, и там происходит сражение. Замысел Александра получался достаточно интересным. Он ослабил чело, которое противостояло рыцарскому войску, и сумел атаковать его с флангов. Бой был жестоким. Что надо учесть, что когда мы смотрим вот фильм «Александр Невский», рыцарей там очень много, огромный отряд. В реальности снималось больше 500 статистов. Их было, в реальности их было значительно меньше. Их было 40 рыцарей. Это по меркам средневековой Европы на самом деле очень много. Я напомню, что рыцарь он в одиночку не ездит. Каждый рыцарь ведет за собой маленький отряд, рыцарское копье. Численностью 10 человек. Там пара оруженосцев, пара кутюлье, несколько сержантов. То есть это такое вот подразделение. И поэтому, когда мы говорим 40 рыцарей, значит 400 человек уже на конях есть. Плюс там еще были, так сказать, разного рода местные вспомогательные силы. То есть рыцарей было всего, немецкое войско состояло примерно из примерно 800 тысяч человек, у Александра Ярославича, скорее всего, было около 1500. Происходит сражение, рыцари были разбиты. Откуда возникает замечательный образ рыцарей тонущих? Они же вроде пересекли озеро по льду, как они провалились-то? На самом деле, экспедиция Караева ответила на этот вопрос. В летописи есть очень хорошее указание. А и нех в воде потопи. То есть нехское, человек утонул, и летописец это отметил особо, ну как-то типа зимой утонули, нетривиальное событие, да? Оказывается, в центре Чудского озера есть такой район, Сигарица, где со дна бьют очень сильные ключи, гидрологическая аномалия. И там, во-первых, летом там тонут люди, потому что там резко холодная вода, и попав туда, человек просто теряет контроль. А зимой там никогда не замерзает лед. И, видимо, часть рыцарей, отступая в панике, заехали в это место и действительно провалились. Победа была полная, и Александр Ярославич сумел заключить с орденом достаточно прочный мир. В 1246 году отец Александра Ярославича, великий князь Ярослав Селович, отправляется не просто в Орду, а отправляется в сам центр Монгольской империи, Каракорум. Это нынешняя Северная Монголия. Изрядный путь, и там, в Каракоруме, поклонившись великому хану Бигею, он умирает. И теперь Александру и его братьям предстоит ехать в Орду. Для того, чтобы получить из хана, принести хану вассальную присягу и, так сказать, взнуть наверх. Это очень нетривиальное путешествие. Князю предстоит проехать, вот я на современной карте сделал маршрут, ему предстоит сначала проехать в сарай Бату, это в низовьях Волги,
А потом предстоит отправиться в Каракорум, в центр современной Монголии. Да? Видите, расстояние 8 тысяч километров. Ну вот, навигатор говорит, что на современной машине можно проехать за 107 часов. Ну, может быть. Непрерывные езды, конечно. Надо только учесть, что Александр по Волге, скорее всего, плыл на лодьях, а вот дальше в степи появился на лошадях. То есть можете прикинуть, какое расстояние, за сколько он преодолел это расстояние, потому что конный переход тогда в те годы нормальный 30-40 км в день, не больше. Иначе вы загубите лошадку. Итак, почему надо было сначала ехать сюда? Дело в том, что Монгольская империя представляла собой что-то вроде федеративного государства. Вот здесь сидит великий Каган, который повелевает разными монгольскими лусами. Китаем, Персией, да, Мавераннахром, Сибирью. Значит, и в том числе тем государством, которое мы называем Золотой Ордой. И непосредственно управляющий Русью хан сидит вот здесь. Значит, на Волге в сарае Бату. Итак, Александр отправляет сначала поклониться Батыю, завоевателю, а потом сюда. Ехать далеко. Каракорум выглядел тогда примерно вот так. Китайцы построили для монголов этот город. И здесь Александр с братьями принесли присягу на верность великому Кагану Юнке и были очень честно пожалованы. Младшего брата Александра Андрея хан пожаловал Владимирской землей, то есть наследственным их владением. А Александру дал титул великого князя Киевского, старейшего города в русской земле. Ну, вроде как над братом поставил, но есть одна проблема. В 1240 году Бату-хан взял Киев и сравнял его с землей настолько, что через 8 лет проезжавший итальянский дипломат, монах Плавно Карпини, писал, что город, в общем, до сих пор лежит в руинах, а лежат непогребенные кости его жителей, некому погребать. То есть, фактически, хан пожаловал Александру править на пустом месте, на пепелище. Александр поэтому правил в Новгород. Вернувшись в Новгород, Александр встретил еще одних послов. На этот раз послы были от римского папы. Послы от римского папы обратились к Александру в следующем предложении. Они сказали ему: «Князь, а вот наш римский папа затеял избавить мир от безбожных мунгалов и татар. Давай, князь, ты примешь от римского папы корону». Вот, кстати, мы ее принесли королевскую с собой в сундуке. «На вот, надень ее, будешь, папа тебя за это пожалует королем и объявит крестовый поход на монголов. И вот все вместе мы пойдем и побьем злонеистовых, злочестивых монголов, освободим твою землю, кстати». Александр послушал, сказал: «Нет, не примем». Впоследствии публицисты будут этому придавать большое значение. Будут говорить: вот Даниил Галицкий, еще один русский князь, вот он принял от папы корону короля Малой Руси, Рекс Минория Руси. И вот уже при его детях исчезло Галицкое княжество, поделили его венгры с поляками. Александр, он вот сделал правильный исторический выбор. Безусловно, сделал, но здесь вопрос еще в одном аспекте. Это был промыслительный момент для Александра, но и момент политической реальности. Александр только что съездил в Орду. Он видел, что такое Монгольская империя. Он также прекрасно знал, кого может прислать ему папа Римский. Он рыцарей очень хорошо знал, он с ними бился, он с ними торговал, он с ними заключал договора, он знал, что себя представляют рыцари. Хороший воятель, крепкий, сильный, просто замечательный, каждый 20-рых стоит. Но беда в том, что монголы против каждого сотню выстрелят и не особо напрягутся. Мало их. Ну сколько папа Римский может прислать рыцарей? Ну 1000, ну 3, это будет очень много. Воевать, кстати, будут на территории Руси. Да, то есть здесь точно все будет превращено в пепелище. А монголы одержат замечательную победу. К тому же, понимаете, какое дело? Начиная с 11 века, пути Западной и Восточной Церкви начинают расходиться. Западная Церковь, католики, нападают в католическую ересь. И если поначалу на это не очень обращали внимание, ну поругались папа с патриархом, ну первый раз что ли, ну как поругались, так потом помириться. Они, кстати, помирились, это уже вопрос был куда более серьезный. Вопрос-то был онтологический. Вот это тоже надо помнить, что
поругались католики и православные не по вопросу о том, кто главнее, Константинопольский патриарх или Римский папа, а по вопросу о природе божества. Ключевым вопросом стал вопрос о Филиокле, о том, об устройстве той Троицы, о ключевом вопросе веры, то есть не из-за пустяков, из-за главного. И к 13 веку это было понятно уже всем. И если в 12 веке католики и православные еще не очень понимали, что они разные, то в 13 уже вполне понимали. И для Александра подчиниться римскому папе, это значило изменить своей вере. А вера для него значила очень многое. Но здесь, знаете, какой момент есть интересный. Вот когда будем говорить о том, как вообще Русь спаслась от монголов, от татар, есть одно очень важный момент. Вот чуть позже жизни Александра, где-то в середине 13 века, у Владимира будет на кафедре такой епископ Серапион. И он произнесет несколько ярких проповедей, которые будут потом переписываться по всей Руси. А что же говорил епископ Серапион? А говорил он следующее. Земля наша разорена в этом. Мы какой только казни не приняли. Все у нас плохо, мы разорены. Почему, он говорил? Кто в этом виноват? Мы. Потому что мы называемся христианами, а ведем себя плохо, слово Божие не соблюдаем. А поганые, вот смотрите, он был на татар. Они Слово Божие не ведут, а ведут себя хорошо, друг друга не предают, помогают. А у нас каждый только ищет, как бы сожрать другого. И вообще творим мы беззаконие. И эта проповедь звучала для людей того времени очень светло и оптимистично. Почему? А потому что к тому времени люди, так сказать, реалистично настроены, поняли, татар не победит. Ну невозможно, великолепное войско, их много, все, никакими рациональными методами с ними не справиться. А что говорил владыка Серапион? Татары пришли по нашим грехам. То есть православный человек знает, что если покается, то Бог ему поможет. А если нам поможет всемогущий Бог, какие татары против него устоят? Владыка говорил то, что мог сделать каждый на своем месте, от последнего крестьянина до великого князя. Стать настоящим христианином. Если мы все станем настоящими христианами, Бог нам поможет, мы одолеем татар. И именно так и начинает происходить на Руси в 13-14 веках. Да, это будет эпоха святых, эпоха Сергия Радонежского. И Александр это понимал в то время. Он понимал, что сейчас вот начать с измены веры, там рушит тут все. Просто все, земля кончится на этом. Поэтому послам было сказано, спасибо, интересное предложение, все хорошо, замечательно, только нет, мы его не примем, не можем. А вы хотите для своих купцов церковь в Новгороде построить? Это можно, но купцов не будет. Поэтому Александр сделал этот выбор, и этот выбор был очень важен для будущего России. В противном случае, ну, объявил бы папа крестовый поход, ну, кончилось бы это очередным погромом. К тому же, пример не достался долго ждать. Младший брат Александра, князь Андрей Ярославич, правил во Владимире. И он, как раз тем самым Данилом Галицким, который папскую корону принял, решил, что ну сколько можно терпеть-то злонеистовый гнет татарский. Надо биться, надо сражаться с Ордой. Они заключили союз, Андрей Ярославич женился на дочери Даниила. И когда хан из Каракарума прислал указ провести в его землях число, перепись населения, Андрей сказал, что нет, не проведу, и вообще я тебя, хан, слушать не буду. Хан удивился и в 1252 году послал полководца Неврюя с ратью, с двумя туменами, 20 тысяч человек. Полководец Неврюй прошелся по русской земле и землю русскую сотвориша пусту. Переславль Залесский был взят и сожжен, войско Андрея разбито, Андрей бежал, бежал за море в Швецию. А Неврюй довольно вернулся и сказал хану, что ханская воля выполнена. Хан вызвал к себе Александра Ярославича и назначил его князем Владимирским. Кстати, очень интересный момент. Некоторые историки говорят, что Александр в момент вот этого похода Неврюя был в Орде. И, дескать, это он на брата послал татар. Вряд ли. Потому что Александр как раз у хана вымолил прощение брату, дозволение вернуться. Андрей Ярославович вернулся.
Великим князем он уже не стал, даже после смерти Александра, но стал родоначальником династии нижегородских князей, которые много хорошего для Руси сделали, а его потомок Василий Шуйский стал последним государем из рода Рюриковича на русском престоле. Александр вернулся. Вернулся и, значит, стал править Владимир. И он провел число, переписал, так сказать, русскую землю, в том числе распространил ордынское число на Новгород. В Новгороде вспыхнул мятеж. Новгородцы не захотели проходить перепись. Александр подавил мятеж вооруженной силой. Почему? По двум причинам. Александр хорошо понимал, что если Новгород объявит себя мятежным, хан ведь еще одного неврюга пошлет, у него много там таких. И они разорят самый богатый город Руси. А во-вторых, князь еще одну вещь понимал, что размер дани с Руси, он как бы единый. Если Новгород будет платить, владимирским мужикам чуть полегче будет, богатый город. Не будет платить, значит все придется платить им, разоренным и сожженным, разоренным и сожженным Владимирщим. Поэтому подавил. Новгородцы это долго не могли простить русским князьям. А теперь скажу об еще одной деятельности князя Александра Ярославича, о которой не часто вспоминают в учебниках. Если мы отправляемся с вами в путешествие во Владимир на Клязьме, мы в первую очередь видим замечательные белокаменные храмы, построенные там, так сказать, до монгольское время. Храм Покрова Нерли, Успенский собор Владимира, замечательный храм Бориса Глеба в Кидыкше, тот же храм Переславля-Залесском можно вспомнить. Замечательные шедевры древнерусской архитектуры. Но вот, понимаете, какая вещь? Для того, чтобы здание стояло, ну, не мне, вам, инженерам, это объяснять, за ним надо ухаживать, его надо поддерживать. И вот посмотрите, где уцелели домонгольские храмы. Во Владимире уцелели. А вот в Рязани нет. Там не было, некому было о них заботиться. В Западной Руси тоже нет. В Галиче ни одного храма не уцелело. А там был Успенский собор, не хуже Владимирского. Почему? А потому что некому было заботиться. Понимаете, храмы страшно пострадали от батыев нашествия. Успенский собор был последней точкой, где оборонялись защитники Владимира. Татары, чтобы его взять, разметали окрестные дома, обложили бревнами, подожгли, защитники задохнулись внутри от дыма. Понимаете, в каком виде стоял этот собор? Закопченный, с обгоревшими кровлями. Александр Ярославич приводит их все в порядок. Находит в этой разоренной земле возможности и место для того, чтобы средства для того, чтобы привести в порядок вот белокаменное наследие. Да, новых храмов построить уже невозможно. Нету мастеров. Убиты, угнаны. И денег в казне княжеской нет. В те годы построить белокаменный храм, как сейчас космический корабль. И по технологиям, и по средствам. Здесь не больше. Да, значит. Поэтому, но привести в порядок, сохранить. Да, князь об этом заботился. А дальше князь стал перед той самой проблемой, от которой взбунтовался его младший брат. Ведь и чего Андрей так поднял восстание против хана, когда хан хотел перевести перепись Владимирской жизни? Ну, переписали бы ордынцы. Что, статистика плохо, что ли? Фому любопытно узнать, сколько тут народ живет. Не все так просто. На самом деле, когда мы говорим, что Орда получала с покоренных народов дань, это не просто налоговый режим, это не просто плата, это механизм, с помощью которого ордынцы как раз перерабатывали покоренные народы. Как это делалось? Смотрите, у монголов был принцип, основать империю сидя на коне можно, но править ей с коня нельзя, надо с лошадки слезть, позвать умного человека. Умный человек и богатый приходил к хану, и на основании числа, то есть переписи, рассчитывал объем дани, который можно получить с той или иной земли. Ну, скажем, сколько можно получить серебра с Владимирского княжества. Этот богатый человек клал перед ханом мешок серебра, вот с этой самой дани, после чего получал титул баскака и с отрядом воинов ехал туда и собирал эту дань. Да? На аутсорс монголы отдавали сбор дани. Отдавали разным специалистам. Мусульманам, китайцам, ну,
китайцев на Руси не досталось, а бессерменные вполне себе были. Приезжая сюда, этот самый Баскак начинал собирать дань. Ну как? Во-первых, надо собрать ровно столько, сколько он хану заплатил. Не себе же убыток работать. Во-вторых, себя надо не обидеть. Он же в сложных условиях работает. Так сказать, живет в чужой земле, работает, трудится. Надо как-то себя вознаградить. Но самое главное, что он делает? Он собирает у, так сказать, податного населения почти все, что может забрать. Тут надо пройти по очень тонкой грани. Надо оставить людям столько, чтобы они с голоду не сдохли. Может, на следующий год дань снова надо собирать. Они же многолетний контракт. Вот он собрал почти все. И собирал сурово. У кого серебра нет, у того коня возьмет. У кого коня нет, как пелось в народной песне, корову сведет. У кого коровы нет, дочь заберет. Дочери нет, жену заберет. Вот он собрал все это дело. И довольный уехал. Ну или уехал на свой двор. А после этого к мужику приходят сборщики подати от князя. И собирать им уже нечего. Ханский Баскак все собрал. А князю ведь деньги тоже нужны. Дружину содержать, города, все, так сказать, вот. Княжеское русское хозяйство. А собирать нечего. Князь не может собрать с мужиков последние, они умрут. Это же его подданные. Да и более того, Баскак скажет: князь, ты ханских подданных разоряешь? Плохой канас, плохой. Голову тебе срубить надо. Знаете, какая засада получалась? Механизм сбора дани лишал местной элиты возможности к существованию. Более того, у мужиков возникал резонный вопрос. А за что тебе, князю, подать платить? Ты нас от хана защитил? Нет. Мы теперь хановы. Вот Баскак для хана все собирает. А ты нам зачем нужен? А раз ты нам, князь, не нужен, то зачем тебя, князя, кормить? Вот если нет национальной элиты, если нет всего того, что элита содержит, храмы, города, то народ-то и исчезает. Вот так исчезли бурские татары, вот так исчезли полости. Нет, люди-то остались как таковые. Только вот исчезло все то, что делает народ народом. Исчезла вся вот эта сложная, весь сложный социальный механизм. Они просто стали теперь простыми подданными хана. Вот как работала эта машина. Вот почему Андрей Ярославович восстал в безнадежной попытке это как-то не провести на своей земле. Он не бунтовал против хана так, там, я хан тебя не слушаюсь. Нет. Он хотел свою землю от этого избавить. Не получилось. Баскаки действуют. Ну вот, как поступил Александр Ярославич. Александр Ярославич недаром ездил в Орду. Он знал, как там все устроено. И вот в один прекрасный год, в 1262, на Руси лавина народного гнева обрушилась на баскаков. Во всех городах Владимирского княжества возмущенный народ стал баскаков беспощадно бить. В клочья разрывать. В одном городе, правда, баскаков пожалели. Там баскак жил с похищенной у одного бояина дочерью. Когда пришли его резать, она взмолилась, сказала: да он хороший человек. А он пал на колени и сказал: святое крещение приму. И принял. Помиловали его. Потом его потомки долго там жили. Вот. Но важно, что баскаков били одновременно по всей северо-восточной Руси. Стихия? Ну, в общем, стихия. Но в одной северной летописи в Устюжской сохранилось упоминание, что не просто так баскаков били, а грамотки были секретные от князя-то Александра про то, как тебе баскаков бить и когда. Баскаков побили. А князь делает следующее действие. Он собирает сам дань и едет в Орду. Но едет не в Каракарум, а едет на Волгу. К сменившему Батыя Беркехана. Дело в том, что князь заметил одну важную особенность. Окраины Монгольской империи все меньше хотели подчиняться великому хану в Каракаруме. Они хотели жить своей жизнью. Зачем мне хану на Волге слушать хана в далеком Каракаруме? Я сам себе хан. Я сам буду повелевать. У меня не просто орда, золотая орда. Вот я какой замечательный. И это мой вассал. И дань я буду не в Каракарум посылать, а себе брать. И вот Александр приезжает к этому хану и говорит: слушай, хан, когда нас Каракарум прислали каких-то идиотов, они мне землю разорили, довели народ до восстания. Я не восстаю, хан. Я дань собрал, вот я ее тебе привез. На вот, держи. Значит, но давай ты больше не будешь мне присылать каких-то кретинов, а я сам буду собирать дань и тебе привозить. Я верный твой слуга, хан, я буду верно тебе служить и дань собирать. А ты в Каракаруме меня не повезу, это далеко.
а вот тебе будут привозить. Он смотрит, думает, мешок серебра на столе лежит, большой хороший мешок, который осяет в ханской казне. Канас Александр вроде свой человек, вроде не бунтует, мы с ним вместе кумы спили, значит, ну что же. Ну, перебили людей, это, конечно, не мои люди, каракарумские, но действительно, может, какие-то кретины приехали. Знаешь, князь, давай будет по-твоему. И заключается очень важное изменение в русско-ордынских отношениях. Отныне теперь каждый князь Владимирской земли, становясь князем, поезжал в Орду и получал ханский ярлык. Слышали на такое слово? Ярлык на княжение, ярлык грамота. В этой грамоте писал следующее. Хан признает князя такого-то, князем таким-то, жалует его собственными землями его же княжескими и принимает на должность сборщика дани для татарского хана. Теперь у русского мужика был один начальник, собственный князь. Баскак остался, но теперь это такой соглядатый, представитель президента в регионе. Сидит и смотрит, князь там ничего плохого не делает. А все финансовые вопросы решает только князь. Как он собирает дань, сколько он ее повезет в Орду, сколько там в своей казне оставит, на что пустит. Это его дело, ему с ханом это решать. Важно было то, что теперь исчезало вот это вот, механизм этой переработки народа сломался. Да, у народа появился шанс сохранить собственную государственность, собственную элиту, пусть и в вассальном положении, но свою. Над русским мужиком был один начальник, русский же князь. А хан, ну хан где-то там, далеко, на Волге. И Александр сделал это, причем сделал, рискнув собственной жизнью. Понимаете, каково ехать в Орду, когда ты только что перебил ордынских людей? Твои люди только что перерезали всю ордынскую администрацию на твоей территории. Ты едешь в Орду. По идее, в 90% случаев хан должен был еще княжескую голову тут же снести. Не снес. Это был последний подвиг Александра Невского, и, наверное, один из самых значимых. Ибо он дал Руси шанс выжить. Не сейчас, не при детях даже Александра, и даже не при внуках. Вот при правнуках уже начнется процесс, когда русские князья используют этот механизм для собирания русских земель. А потом, как писал Дмитрий Донской, «а переменит Бог Орду». И тебе бы, сыну моему, дани в Орде не платить. Но заложил начало этого механизма Александр Ярославич. Князю дорого далась эта поездка. На обратном пути из Орды 14 ноября 1263 года по старому стилю князь скончался в Горовце, чуть выше по Волге, чем в Нижний Новгород. Причалил, так сказать, ладья. Князь перед смертью принял схиму, постригся в монахи с именем Алексий. Он сделал для русской земли очень много. Когда его тело несли во Владимир, владимирцы вышли встречать своего уже мертвого князя за 7 верст от города. И митрополит Кирилл, встречавший тело князя, бросил свои ставшие знаменитыми слова: «Зрите, братья, яко зайде солнце земли русские». Народ повалился на колени. А когда тело Александра внесли в Успенский собор, и митрополит должен был по традиции вложить ему в руки отпускную грамоту, по преданию, длань князя сама сжалась от грамоты. И был он похоронен во Владимире в Спасо-Рожественском монастыре. Вот он такой замечательный, как он был до революции, ну почти так же он здесь сейчас, только собор был построен. А Александр принес перед смертью на Русь мир. Ответного набега, карательного похода за побитых татарских послов не было. У Александра осталось 4 сыновей. Василий, Дмитрий, Андрей, Даниил. Василий рано умер, Дмитрий с Андреем всю жизнь провели, выясняя отношения друг с другом. Татар водили, в общем, отец бы не порадовался. Оправдал ожидания отца младший, Даниил. Даниил получил, ему 3 года от смерти отца, получил крошечный городок, Москву, в удел. И начал его собирать. Он получил город и княжество, северная граница которого была в районе Мытищ.
МЫТ, таможенная застава. Вот там была граница Московского князя, даже Дмитровская начиналась. Западной границы была РУЗа. Это не доезжая Можайска. Можайский князь был самостоятельным. Южной границы была Лопасня, это Чехов. Восточный Раменье, нынешняя Раменье. Даниил был человеком спокойным, не воевал, но был хорошим хозяином, собирал силу. И он и его потомки, начав вот с этого крошечного княжества, раздвинули его до пределов империи, от Балтийского моря до Тихого океана. Начав с малого, вырастили большое, не потеряв то зерно, которое оставил Александр Ярославич. Ну, давайте скажем несколько слов о посмертной судьбе Александра Невского. Прах Александра и его святые мощи пребывали в Рождественском монастыре до 18 века. В 16 веке началось почитание Александра как святого, хотя его первое житие было написано очень скоро после его смерти, что, возможно, писал еще современный князь. А в начале 18 века император Петр Великий построил новый город в устье Невы и назвал в честь своего святого покровителя град Святого Петра, Санкт-Петербург. А Петр очень хорошо понимал, что новому городу нужна святыня, что это должен быть русский город. И в том месте, где по преданию Александр разбил шведов, в устье реки Невы, в устье реки Жоры, он построил монастырь. Итальянский архитектор Доминик Трезини спроектировал вот такой чудесный комплекс Александра Невской лавры. Именно туда был перенесен прах к мощи Александра Невского. Везли их по Ладоге, и когда ладья входила в Неву, на весла сели генералы и адмиралы русского флота, а кораблю стал сам государь. Это была первая святыня новой столицы. Петр учредил орден в честь Александра Невского с девизом «За труды и Отечество». Это второй по значимости русский орден. Первый был святого апостола Андрея Первозванного, а второй Александра Невского. Это тоже очень важный момент. Знаете, от апостола Андрея впервые, по мнению Петра, услышали славяне Слово Божие. Да? А, значит, это как бы начало провозвестия своего народа. А Александр — это тот, кто создал Отечество, которая выросла после моты его нашествия. А это был второй по значению орден Российской империи. Он же был возрожден в Советском Союзе. Александра Невского в Советском Союзе вспомнили, когда на западных границах запахло жаемо, и стали вспоминать героев русской истории, которые так или иначе воевали с немцами. Вот тут появилась поэма Константина Симонова «Ледовое побоище». Тут появился фильм режиссера Эйзенштейна. Александра Невского вспомнил товарищ Сталин, конечно, когда немцы были под Москвой. Тут он вспомнил и Михаила Кутузова, и Дмитрия Донского, и Казьму Минина. Да. И появился советский орден Александра Невского. Причем, что интересно, облик Александра Невского, естественно, был неизвестен, поэтому мастер изобразил актера Николая Черкасова, который играл Александра Невского в одноименном фильме. Причем орден, конечно, был невысокого ранга, то есть в Советском Союзе им награждали офицеров от командира роты до командира полка. То есть это не высший орден. Сейчас он возрожден в Российской Федерации. Потом появился и корабль Александр Невский. Ну и сейчас в составе нашего флота атомный подводный крейсер логического назначения Александра Невского. И вот подведем итог. Александру Ярославовичу Невскому выпало править на Руси в крайне жесточайшее время, во время самого страшного поражения за всю русскую историю. Хорошо стать капитаном корабля, когда этот корабль благополучный, такой сверкающий белоснежный лайнер отходит от пристани, и ты стоишь в белом кителе, так машешь ручкой, приятно. Хорошо быть капитаном корабля, который полностью снаряжен, идет прочно сквозь шторм, ты стоишь на мостике и вдохновляешь людей. Александр Ярославович стал капитаном русского корабля, когда корабль захлебывался от пробоин, по палубу гуляли волны, мачты были сбиты, команда наполовину перебита, наполовину уведена в плен, частично еще и в панике. И вообще было неясно, останется ли он на плаву или утонет. И он в этих условиях
не побоялся возглавить русскую землю. В этом был его княжеский долг, и в этом он видел свое предназначение. И ему удалось подлатать пробоины, призвать команду к порядку, как-то уладить отношения с теми соседями, которые были неподалеку, и дать кораблю шанс. Дать шанс выжить Руси. И Русь этого шанса не упустила. Поэтому, когда мы вспоминаем Александра Невского, мы вспоминаем человека, благодаря которому наше государство и наш народ остался в истории и продолжил ее, а не сгинул, подобно многим, павшим в роковую эпоху первой половины XIII века. Потому и помним Александра Невского по сию пору. Наверное, все, что хотел вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Есть у кого вопрос, конечно, нет. Огромное спасибо вам за рассказ. Вот. Поблагодарим Александра Азизовича за такой подробный, очень интересный рассказ. Поздравим его с именинами. У него сегодня именины. И одновременно с этим поздравляем всех Александров, которые, я надеюсь, здесь тоже присутствуют. С их Днем Небесного Покровителя. Наверное, ждем вас снова здесь. Да, приглашайте с удовольствием. Да? Да, конечно. Но мы сейчас вам говорим.